Вот сегодня у нас 22 июня. Трагический день для русской нации. В этот день совершилось вероломное нападение фашистской Германии. Люди жили мирно, показывают, купались, играли, грешили, преследовали друг друга. Было раскулачивание, все это было. Никто дальше не думал, как будет. И вот пришла кара от Бога. Это не просто так. Родился умный человек, который поднял страну из разрухи, из развалин. Теперь он так мощно окреп и двинулся с чего-то сюда. Это от Бога. И сегодня это понимает, это меч и бич Божий, как Навуходоносор, Артаксеркс. Ну, Господь так устраивает. Мы смотрим на то, что происходит сейчас в стране. Проехали мы многое, видели достаточно, чтобы сделать какое-то заключение. Определенно и четко, люди не ищут Бога. Священники не учат народ. Секты всюду и везде работают. Как? Худо, плохо, там... Это другое дело. Но они работают. Работают, обманывают, злыми духами людей награждают. Они валяются там, эти харизматы. Но они работают. Из-за рубежа приехали. Это не просто так. Семьи все оставили. Мы тоже поехали. Поехали, определенная цель у нас есть. Есть груз у нас с тобой. 38 книг Господь позволил издать. Мы оставляем их в библиотеках. Против нас буквально все. Весь этот мир... с глубинами ада. И самое главное, что мы трудимся в лоне православной церкви, и еще ни одного человека никуда не звали, кроме Московской патриархии, и они самые ярые недруги наши. Сегодня я эту тему открою и покажу, и засчитаю, как кемеровский там митрополит Аристарх и прочее натравливает. Но он тоже для чего-то есть. Я не просто так, Аристарх плохой, но в том, что Господь нас испытывает. Вот мы едем, и у нас все время Господь держит под прицелом и испытывает. Мы должны вернуться другими. Вот это четко. Сегодняшний день начался, и мы из этого дня, ложась спать, должны подвести итог, как Златоуст говорит, и сказать, что мы другие. Вот конкретно так. Павел, зайди сюда к нам. Зинаида, зайди сюда. И я, что ли? Конечно. Зайдите сюда рядом, подойдите ко мне. Мы сейчас сделаем, кажется, разбор полетов. Так. Я начал сегодня, 22 июня, трагический день России. Напала фашистская Германия. Самый длинный день в году. Постой рядом. И по порядку мы сейчас рассуждаем. Сейчас я сначала с Виктором поговорю, потом с Николаем. Потихоньку передай ему. Покажи как. Вот я рассказал, для чего мы едем, какая обстановка в стране, какой народ. И просто так продолжаться вещи не может. Народ не ищет Бога, священники не учат. Мы едем, и между нами должен быть Дух Божий, или злой дух тоже вторгается. Спрашивается, а почему Бог сразу его не убил? Почему его не связал? Ну не было бы людей, говорят, сатаны, ты жили бы, любил только свою жену, никуда бы не зарился, не воровал, своим пеньком жил. Так ведь? Но Господь допускает, а иначе, допустим, ну вышел на ринг человек, борец, а бороться не с кем, какая же награда-то? Ничего и нету тебе, это только Карпову так присвоили, что там Фишер не вышел, ему чемпион мира. Все знают, что никакой не чемпион. Так вот сейчас, между нами возникает искра когда-то. Я конкретно сейчас говорю с Виктором, над чем начать надо трудиться. А вы для себя это берите. Никогда... не подставлять гнилых подпорок оправдания. Сделали замечание, и сразу, значит, можешь быстренько разложить, что это делает, желает меня уязвить, унизить в глазах людей, или по любви ко мне это говорят. Дальше. Я жил один. Один, действительно один. А как я трудился над собой? А одному человеку как себя познать? Поэтому люди искрят, касаются друг друга, как два наждака. И через это люди делаются другими. Я говорю, иногда в собраниях у баптистов у нас написано, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Это неоспоримо. Но в кавычки взяты три точки стоит. Почему? Потому что это не начало. Чтобы кровь Христа очищала, нужно два условия впереди. Впереди, если ходим, то есть живем, передвигаемся, едим, пьем, разговариваем. Если ходим, хождение это жизнь означает-то. Жизнь прожить, не поле перейти называется. Как Он во свете, Бог. Запятая. Второе. И имеем общение друг с другом.
я тебе сделал одно замечание, ты мне другое, встретились вместе, вы мою нужду восполнили, я вашу. Имеем общение, то есть мы обтираемся, люди научаются друг от друга. Никогда не оправдываться, никогда. Попытка к оправданию, даже попытка, да нет, я просто хотел сказать, это означает плацдарм для следующего нарушения, уже сатана подготовил. Сатана! А при чем тут сатана? Тебе сказали, тебе не надо спорить. Антоний Великий видит, и Макарий это видел, идет сатана. Он говорит, а куда ты идешь? Он говорит, в храм. А разве ты там бываешь? Он говорит, ни одной литургии без меня нету. Ни одной литургии, не говоря уж там в машине едем, у нас тут сотни искр, говорит, из-за всего может быть. Не так повернулся, не то сказал, не то. А какой выход делать? А выход такой, а что у него? Вот он берет цветы, ну букет цветов, бросает, и цветок кому-то прилипает. И человек сразу ищет благовидную причину выйти. В туалет надо, засвербило, что-то не могу, душит. Это не просто причина, это сатана бросил цветок. Понимаешь как? Вот человек стоит непрерывно, что-то ему куда-то его трясет. А дальше показывает, святым это показывает. Ну ты скажешь, а я не верю. Тебе сказали один раз. Теперь ты сам решаешь. Ты еще сатану-то оправдываешь. Ты берешь все сам на себя это или что? Да чего ты его оправдываешь? Ясно, что это делает сатана. Никакого самооправдания. Потому что опыт жизни у каждого разный. Каждому дано разное. Иногда мы... Ну, один быстрее соображает, другой меньше, но мы в совокупности составляем единое тело. Значит, самый большой недостаток, который я заметил за время нашего путешествия, это невосприятие того, что говорится. Как-то сразу напряженная такая обстановка. Да нет, я это вот, этого не должно быть. Ты обсуди, скажи, Господи, благодарю Тебя, что есть кто обличает нас. И написано, будут два свидетеля, которые будут обличать мир и карать его, это Еноха или я. Люди говорят, горе. Горе, когда некому обличать. Вы совсем не понимаете. Когда все хорошо, ладно, все мило, смотрите, получится не жизнь, а мыло. Все мы хорошенькие, погладили друг друга, поздоровались, поцеловались. Не так. Я вам уже об этом говорил. Нравится тебе, не нравится, а я тебе сказал, и все. А ты для меня благодетельница. А у меня с собой материя есть зашивать, что я тебе подарю сегодня, чтобы так зашила. Под горлышко. Под горлышко. И, во-первых, и годы не те, и христианину этого не надо. Ни одна мусульманка так не будет. Не обижаться никаких нету. Витя, тебе это понятно? Понятно, аллилуйя. Аллилуйя. Возьми свое место, ты у нас оператор. Николай, подойди поближе. Угу. Мы сегодня уже главный полет закончили за рубежом. Вернулись из дальнего зарубежья. 9 стран все-таки позади. Нами интересуются. Сейчас батюшке пришло, что из Греции собрались люди, ждали, ну как так, да надо что-то сделать. Но мы пытались, сходили в греческое посольство. Не получилось. И мы в этом усмотрели милость Божию. Вот он прямо говорит, Павел Николаевич, говорит, там люди, которые знают, собрались, здесь, которые не знают. И мы это видели уже, вот в Первомайске собирались до Маневки, они там цепляются, целуют, идут. Что с вами, когда мы едем, у нас было где-то самое маленькое намек на замечание воспринимается не по-христиански. То есть навык уже есть, все-таки 50 лет позади жизни. И ну, переходить надо на другую стадию. Вот я сделал маленькое замечание. Сейчас прям присутствие людей. Заметьте, никто, я говорю, из нас не догадался, что мы выходим из шенгенской зоны. Ну ладно, я. Вот это я говорю, ездил. Что я крайний? Это ответ. Сейчас, пока не надо, я пока не закончу. А что я крайний? Во-первых, мы крайнего не ищем. Дальше мы это приняли как от Бога. А вот это слова «я крайний» как раз и говорят, что кто-то еще есть за вами там стоит. Который не допускает сказать, да, в самом деле, ты сразу на два варианта. В первую очередь, желая тебя уязвить, унизить, или просто в разговоре идет. Ничего особенного в этом нет. А ты-то старше меня, ты больше в интернете был. Правильно, виноват. А повинную голову, говорит, не рубят. Ну, так, никогда, нигде не воспринимать это в штыки. А сказать, такая жизнь была моя. Какая она жизнь-то была? Житие, что ли, написано? А теперь есть возможность. Я говорю, трое едем. И никто даже не подумал, что Сербия не в шенгенской зоне. Мы на ней споткнулись. Ладно. Но те-то могли сказать, ребят, у вас на 30 дней она сидит-то, не просто деньги получают. Всего 5 дней были-то, а что вы домой торопитесь? Мы бы сразу тормознули, попятились, вошли в Румынию и дальше через это прошли бы. Дальше бы мы сейчас просмотрели, что-то оказывается и Хорватия не входит-то.
И берегом, как я думал, не пройдется. Надо заходить было в Австрию или приплыть паромом там, ну, там море как пролив где-то. Никогда ничто не воспринимать в штыки. С благодарением, с нежностью. Опыта нету. Почему? Ну, не было опыта, не было. Ни один в тюрьме не сидел, в монастыре не жил. Ну, жил как хотел. Бедно, худо, ну, по своей воле, по моей. У меня твердый характер, я сказал, так и будет. А Богу это не угодно. Ты должен прислушаться к тихому веянию ветра. Или я Богу служил, самый великий пророк, и Бог говорит, я тебе покажу себя. Вот он ждет, где? И вдруг гром, там молния, а это Бог. Бог говорит, Бога здесь нет. И вдруг прошел раздирающий скалы, вихрь, буря. Вот это мой Бог. И вдруг ответ. И Бога здесь нет. Так землетрясение же. Я сказал, Бога здесь нет. И вдруг прохлада, ветер тихо повеял. И голос послышался, и здесь Бог. Понимаете, какой здесь глубинный смысл заложен. Вот я взбурлил. Нет Бога здесь. Ну нет Бога. Неоднократно уже это было. Нет. Такой шанс. Вот как сейчас, может никогда больше не представиться. Это итог всей той поганой, грешной, блудной, развратной, табачной, какой угодно назови жизни. Но этот мир, вот этот мир со всем украшением, Христос дал характеристику. Прелюбодейный и грешный. Два слова. И в этом вся характеристика. Блудство сплошное это. И грех, непрерывный грех. Это все смехотворство, смехачество. Не это надо. Нам нужно здесь преобразоваться в образ Божий. А вот пророк Илья... Вот он этих пророков рубит, тела их сбрасывает. А они сейчас только были главные здесь. Это как раз пятый том говорится. А вот пророк Илья рубит, это их тела падает и Кедрон их уносит. Это Гюстава Доре. Их 450 и 400, 850, а он один. И он предложил им испытание. Давайте сделаем жертвенник, положим жертву, быков, но огня не будем подкладывать. И у кого помолимся, вы своим богам молитесь, а я своему. И еще загорится, то значит тот и Бог. И вот они первые. Представьте, 850 человек, а там были ревностные. Они молятся, нет, тогда берут там копья, вот эти ножи, там колят себя, кровь прущами течет. Они вызывали Бога так. Нет ничего. И Илья начал смеяться, говорит, может Бог ваш спит или в дороге. Громче кричите. И они устали, ну время уже после обеда, все закончилось. И весь народ стоит. А он один. Так, все, все, кончилось, отойдите. Берет 12 камней, жертвенник, заколол быка, а быка выбирайте и вы, какого вам надо, чтобы не сказали, что я лучшего забрал. Они первые, вы первые делаете. Теперь он все положил, но чтобы не подумали, что я там в быка заложил, несите воду, а вокруг выпах канаву. Они несут ведро, второе, бочку, все заполнилось и вокруг земля, и этот ров. Ну, можешь зажечь, да тут и бензином не зажжешь. И вот он стал теперь и Бог, и Иегова. Сущий ответь, и вдруг смотрит, пламя несется, и все испепелило, и камни сгорели, камни, и воды не стало. Где Бог? И все закричали, Бог Израиля, Бог Ильи, хватайте их всех. Народ бросился, обманщики, они закончили университеты, семинарии, академии, хватайте их, подводите. И каждому голову отрубает и в поток, 850 трупов поплыло. Когда царицы сказали это, с ним будет то же самое. И он бежал, и 40 дней бежал через пустыню. Господь увел, она его везде искала. Сариса погибнет, царь погибнет, а пророк Илья живьем будет взят на небо. Почему? Он умел слышать обличительное слово. Вот чего нам не хватает. Мы его должны искать. Говорит, вот пророк Илья придет перед кончиной мира, и кто не будет слушаться, того карать будут. И смертью. И все говорят, ужас какой, это горе. Горе, когда их не будет, когда никто не будет обличать. А сегодня голос обличительности. В нашей книге все в обличительном тоне написано. Почему? Они по Библии. Здесь какое место не открой. Вот к нам приехал один протоиерей. Ну, их послал, его архиерей прислал. Два протоиерея погибло в Новоалтайске. И этот Войтович здесь. Ну, все по-хорошему. А что они решили сделать? Наш глава администрации, Карлин Александр Богданович, ставленник Путина. Его не выбирали нигде. Погиб. Там до этого был Евдокимов в автокатастрофе. А его поставили. Сам Путин приезжал хоронить. Они Евдокимова, этого артиста, любили. Этого поставили. А этот решил сделать совет из религиозных деятелей. Ну, чтобы мирная обстановка была. В Барнуле очень хорошая мирная обстановка. Но
он не учел, как патриархия на себя реагирует. А священники встали в позу, а что это мы будем с баптистами, с какими-то там мы? И решили так, давайте возьмем традиционных только мусульмане, буддисты, иудеи, все. Только они, чтобы в совете были, а остальные долой. Ну, это надо представить-то теперь губернатору. И они думают, как же это губернатору-то представить-то? Что мы, ну не подумать, скажут, я других не произвел, нужно как-то так сделать, дипломатично. И у них в головах мысль зародилась, это никто, кроме Игнатия, не сделает. А я-то не с ними вместе, они ко мне приезжают туда, где мы молимся, и начинают говорить, я понял, им нужен мальчик для битья. Я говорю, я согласен. Согласен. Вы губернатору скажете, как никто из нас не скажет. Да вы для нас были всегда светильник, мы на вас пример брали этот. Я знаю, что это все не так. Но меня уговаривать не надо, я согласился. А потом мы говорим, ребята, они говорят, сейчас мы едем к мусульманам договариваемся, чтобы все единодушно. Ну а куда он денется, когда мы... Я говорю, не так надо делать. А сделать нужно так. Вы не говорите, что кого-то не принимаете, а скажите, мы участвовать не будем. Мы... Я не имею права кому-то говорить, а ты с ними к тебе в дом не пускай. Я не приду к тебе, это право я имею. А без вас не будет совета. А почему? Потому что Карлин, он ставленник Путина, и против Путина он не пойдет. Согласен? Ну, конечно, не пойдет. Запомните, не пойдет. Записали, не пойдет. Второе. Карлин высокого класса юрист. В составлении законов участвовал. То есть самого высокого ранга юрист. И он юрист против Конституции не пойдет. А теперь смотрите. Путин с патриархом все время вместе. Это означает... Вам нужно этот же курс держать, так как вы патриарху подчиняетесь. И второе. Карлин, так как он юрист такой, он никогда не пойдет открыто против Конституции. Иначе какой же он после этого? Поэтому вы заявляете, что вы не будете. А с этим он, знаете, не будет, потому что он с патриаршами только знается. Да вы что? Они, значит, в епархию. Тут такой огромный потенциал. Какой потенциал? Я говорю, тут два хода. Я говорю, он откажется. И правда, на утро мне звонят с краевой администрации. Карлин отказался от совета, сказал, он мне не нужен такой совет. А звонит не кто-то, а преподаватель теологического факультета, Волобуева. Я, а это дескать, чье предложение? Я говорю, это... Ну, тут, ну, не надо быть политиком, чтобы понять. Я бы желал встретиться с губернатором, поговорить, но сегодня они об этом. Тогда я ему открываю, даю вот на столе лежат этот, а он академию там окончил, этот Погиблов. Фамилия говорящая, Погиблов. Понимаете как? И он вот так вот, мне тоже это нужен, эти книги-то. И скажи, вот тому же надо быть. Он открывает, и тут первое, что он увидел, мои комментарии. А в комментариях написано... Христос посылает, идите по всему миру проповедовать. Об этом говорит Блаженный Филарет. Но священники не хотят проповедовать. Как он сразу возгордился. Да как это можно говорить? Нет, да я сегодня только проповедовал. Ему, он бы сказал, в самом деле я проповедовал. А как проповедовал-то? Построили там не один состав кирпича, в колокольню загнали. А люди Бога не знают совершенно. И он сразу, мне это не надо. А тут возьми наша одна сестра. Сидела Лена Политыкина. И она говорит, ну так же в Библии написано, как он взъярился. Так как ты смеешь? Я академию кончал. Ты... Ну мне это смешно, академию кончал, еще женщине говорить нельзя. Она ничего не сказала. Я сразу, Лена, выйди из зала. И она вышла. А он еще не может теперь. Так вот, вот как вы их воспитываете, что они со священниками так. Ему надо было меня укусить где-то, и она дала ему повод. Знаете как? Это означает, его никто не обличал. Но когда у них была борьба с предыдущим епископом, они все ко мне приехали. Что делать дальше? Они не знают. Поссорились из-за денег. Призвали к себе, я поехал, у них, кажется, ночевал. Все рассказал. И говорю, вы должны перед епископом поклониться. Потому что здесь он прав. Не прав, что денег больше требовал. О чем вчера женщина, как ее звать, я не знаю. Вот. Неважно. Вот. А он прав. Епископ со мной советуется теперь. Ну как делать? Такая война идет. Там жгут костры, не пускают. Эти штурмуют через церковную ограду. Телевидение снимает, священник крестом зацепился за этот штырь. А теперь епископ, я говорю, да прости ты их. Ну и все же из-за денег. Проходит маленькое время, епископ умирает.
полный разгром у них там был. Но те и другие ко мне, а кто руководил ими, еще серый кардинал, это Войтович отец Николай, он мне все данные, все эти выдавал, но он нигде не участвовал, он закулисно. Эта картина настолько все открывается. Геннадий Николаевич, давайте все соберемся, а то мы сейчас... Сейчас, жалко, что никто больше не слышит. Сейчас. Николай, значит, на будущее. Нигде, никак, как говорится, в мире не возникать. Сказали, вот я сказал, допустим, вот старший, так, в самом деле я больше ездил, мне честь воздается больше. Второе, не сказал, да, не сказал, ну и все, слава Богу. Нигде, вопреки, ничего этого не должно говорено. Потому что не успел даже обдумать, уже вскисает. А это обдумать можно день, а потом сказать. Вот вы сказали, что я старший, ездил за границу, это действительно так. И я тоже что-то доверился. А что доверился, когда я за границей не был-то? Ну, в Америке был, так меня за руку водили. Правильно так. Нигде никак не возникать. Нигде и никак не пытаться мгновенно что-то сунуть. Я попятился. Это не означает, что я не знаю, что ответить. Потому что я знаю, что за этим едет. А вы думаете, о, победу над ним одержал. Надо мной победу нельзя одерживать, потому что я грешник. Я побежденный, у ног ваших лежу. Если я сделал какое-то замечание, вам нужно только обдумать, пройдет время, посоветоваться. Ну, в мире говорят, досчитай до 100. Я тебе скажу, посчитай полную лесовку молитву. 100 раз Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помил мне грешен. И подумай, отвечать или не отвечать. Я считаю про мусульманина. Учитель мусульманский. К нему подходят и говорят, вот такой вопрос я тебе задал. Ты мне почему не отвечаешь? Он говорит, не знаю. Как же ты не знаешь? Ты... Я не знаю, надо ли отвечать. Я вообще не знаю. А когда этот вопрос я решу, тогда так. Ну, один подошел, наконец сидит. Учитель, а сколько ног у лошади? Он говорит, подожди, слез с лошади, так одна нога, вторая, три, четыре. Так ты что не знал? Знал, говорит, но я тебе показал, как нужно отвечать. Даже знаемое нужно обдумать и по копытам посчитать. Как? Будем беседовать сегодня? Позовете. Так, мы идем сейчас. Так, что-то хотел сказать? Как жаль, что... Да? Все. Так, простите меня, Христа ради. Бог прости, да помилует, и поедем дальше с любовью. Любовью поедем. Единственный и путь. Нас простите, а то я вчера тоже замечание сделали, а я стала тебя защищать. Во-первых, я тебе пожелал, друг мой, слушай. В душе, чтоб сделал задвижку. Да, понятно? Я сказал, что от какой болезни, как одно не забыл сказать, не забыла, а так, конфеты со стола убери. Из-за чего-то Сергей мне напомнил зубы. Их делают так, они в договоре со стоматологами, что разрушают зубы, и вместе делят добычу. Ну, сейчас Рещаплина. Сын утром рано в потемках идет, из рогатки стекла бьет. А через 2 часа расцветало, он идет, кому застеклить? Ясное дело, работа готова. Соль убрать, сахар убрать, да, сахар убрать, конфеты да, убрать, а что ж тогда на стол ставить? Что ж тогда кушать? Сухари. А, сухари, да не больно. Сушите сухари, уходим до зари. Кричат, если я сухари поставлю. Есть что есть, у вас в огороде все растет. Вы мастерица все готовите. Вот это мужу моему скажите. Ну, во славу Божию. Пойдем готовить.